Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня на обзоре у нас вот такая вот аккумуляторная бритва. Итак, значит, пришла вот такая вот аккумуляторная бритва. Дошла она за 26 дней. Видео на распаковочку, точнее ссылочку на распаковочку я вам оставлю. Значит, упакована она вот в такую вот коробку заводскую. На заводской коробке у нас есть небольшое описание. То, что имеется триммер, подключается зарядка от сети, а вибрации и что-то еще. Значит, инструкции на нескольких языках, русского нету. Что еще здесь есть? Показано, что заряд держит 8 часов, но проработала она 1.5 часа, значит, заряжал я ее 1.5 суток, значит, где-то в районе 45 часов. Лампочка индикации горит, но не гаснет, то есть индикации заряда нету. Подсоединяете к розетке, загорается лампочка, и так она у меня 1.5 суток лежала, горела. Значит, еще раз о коробке. Подарочная коробка, в моем случае она немного помятая, но если написать продавцу, чтобы упаковал получше, можно эту бритву кому-нибудь в подарок подарить. Ну что ж, дорогие друзья, давайте откроем нашу коробочку и посмотрим, что же там за бритва. Значит, в комплекте. В комплекте идет инструкция, краткая инструкция на английском языке. Дальше в комплекте идет шнур для зарядки самой бритвы, щеточка для очистки, запасная сетка для бритвы и, что немаловажно, запасные лезвия. Но хочу вам сказать, вот брился я этой бритвой, и хоть она и китайская, но мою щетину сбрила, причем сбрила хорошо, да, брился я долго. Ну, еще я брился долго по той причине, потому что не брился я никогда электрическими бритвами. Все мне это в новинку, люблю я опаской, ну не опаской, а вот жилетом, такими бритвами быстро и удобно. Но для любителей электрических бритв вот хороший экземпляр, недорогая бритва. Значит, она, во-первых, удобная, хорошо лежит в руке. С двух сторон есть резиновые вставки, что предотвращает скольжение в руке, даже когда бритва сырая. Есть защитная крышка. Также имеется триммер, то есть если вам подровнять усы, бакенбарды, бороду, можно спокойно это воспользоваться триммером и подровнять. Триммер бреет хорошо, так что можно им пользоваться. Значит, еще раз скажу, бритва и бриться я пробовал, бреет она хорошо, значит, очищается бритва легко, для этого есть щетка, есть, можно снять лезвие, почистить, есть, здесь стоит губка, чтобы волосы не попадали внутрь бритвы. Что еще хотел сказать по этой бритве? Не шумная, то есть работает, но работает тихо, я бы не сказал, что она сильно шумит. Довольно тихая бритва. Из минусов, что я нашел из минусов, это то, что нет индикации заряда. Индикации заряда нету. То есть лампочка горит, но непонятно, зарядилась она, не зарядилась. Она вот у меня 1.5 суток лежала, и так она и горела 1.5 суток. Пластик глянцевый. Здесь на обратной стороне есть краткое описание по безопасности, что не мочить. Так что производитель Made in China, 220-240 вольт, 50-60 Гц, 3 Вт. Значит, хоть пластик и скользкий, но вот эти резиновые вставочки не дают скользить. Ну все, вроде, маленькая, удобная. Советую, в описании обязательно оставлю ссылку, покупайте. Бритва довольно-таки качественная. Не знаю, как быстро затупится лезвие, но вот я один раз побрился, и побрила она хорошо. Так что покупайте, дарите. На сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, проходите в описании, заходите в группы ВКонтакте. Там я выложу эту бритву на продажу. Оставляйте комментарии. Жду ваших комментариев. Всем спасибо. Всем пока.